Asamocharanayenu jushamahamsam Vrindavane kimapigulma latau sadinam Yadustajya sajjanamajya patanche hitva Bheju mukunda padavim sutibim binigam Asamocharanayenu jushamahamsam Vrindavane kimapi gulma latau sadhinam Yadustajya sajjanamajya patanche hitva Bheju mukunda padavim sutivim bimigam Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что мы знаем, что мы должны проповедовать учение Рупы Рагунатха очень смело, с полным энтузиазмом. Мы должны проповедовать, рассказывать людям о Рупе Рагунатхе и их учении. Прабхупад говорит, мы знаем, что большинство людей не примут это уникальное учение. Мы знаем это очень хорошо. Тем не менее, мы не должны терять нашего энтузиазма. С полной энергией мы должны проповедовать людям о Рупе Рагунатхе и их учении. Очень смело и отважно. Потому что это настолько возвышенно, превосходно. Обычные люди, занятые, погружены в материальные вещи, их концепции, представления об этом мире очень грязны. Как же мы можем ожидать, что они смогут принять учение Рупы Рагунатха? Несмотря на то, что они могут прийти в баджан, у них много проблем, они как нечто показное совершают баджан. Но баджан — это не есть что-то показное. Без прямых реализаций, без прямых осознаний баджан равняется нулю. Прабхупад говорит, несмотря на то, что мы знаем, что большинство людей не примут это, тем не менее, с полным энтузиазмом мы должны продолжать проповедовать учение Рупы Рагунатха. Это наши обязанности, как Рупануг, как Гаудии. Но обычные люди погружены в материальные вещи, и у них есть предубеждения. Они не готовы принять это возвышенное учение. Несколько дней назад я рассказывал советы Прабхупада. Он говорит, как только мы потеряем нашу связь с Анантадевом, мы будем испытывать неудовлетворение. Различные проблемы окружат нас. Как только мы потеряем нашу связь с Анантадевом, различные неудовлетворения придут к нам и будут стараться заполучить наше сердце, завладеть нашим сердцем. Мы будем погружены в океан страданий. Если мы поймем, насколько мы малы в сравнении с Анантадевом, если мы хотим пригласить Джаганната, Верховного Господа Шьямасундара, в наше сердце, прежде всего мы должны омыть наше сердце. Что говорить о Рай Рамана Самвад, Рупануга, Баджане? Все это для нас сейчас просто разговоры, пустые разговоры. Мы не хотим говорить о сухой философии. Имеется в виду не испытывая никаких реализаций в сердце, осознаний.
То есть, если мы хотим пригласить Джаганната в наше сердце, чтобы он остался там, мы должны должным образом омыть наше сердце. Старательно очистить его. И потом мы можем пригласить Анантадева. Если он будет доволен мной, в таком случае он придет. И будет находиться там в моем сердце. И только потом мы можем пригласить Джаганната. Тогда и только тогда. Потому что она только лишь с... Анантадев означает бесконечность. И только лишь вместе с Анантадевом, то есть уже обладая отношением с Анантадевом, мы можем пригласить Джаганната, потому что прежде у нас нет никаких условий для Джаганната. Куда Джаганат придет? Хари Ананта. Хари Рупа Ананта. Хари, его Рупа, Лила, игры. Все это бесконечно. Прежде чем пригласить Джаганата в наше сердце, мы должны пригласить Анантадева. В противном случае он не придет. Сердце наше настолько узко, мало, грязно, что мы не можем прийти в контакт с Анантадевом. Мы настолько незначительны, настолько малы, крошечные, что мы не можем прийти, то есть мы не можем быть на связи с Анантадевом. Но есть другая истина, что Анантадев простирает свои руки под, к нам в форме гуру, Нитянанда, и в форме различных гуру, которые приходят и распростирают руки к нам. Почему же мы не можем ответить на их зов? Гуру Падма говорит, с болью в сердце, дорогой сын Нитянанда, Гауранга распростирает руки навстречу обусловленных душ. Приходите ко мне, я жду вас. Но обусловленные души не готовы прийти к ним. Гауранга Нитянанда, Нитянанда распростирает руки, приходите ко мне. Но обусловленные души не идут к нему. Без каких-либо приглашений они запрыгивают в огонь Майи, они наслаждаются этим. Что поделать? Поэтому обусловленные души не могут прийти в связь с бесконечностью. Но тем не менее, есть выход. В шастры дают нам много процессов к этому. Что это за шлока? Бхагаван постоянно посылает своих представителей в этот материальный мир, чтобы освободить нас. Мы настолько инертные, что не можем почувствовать этого. Те, кто отвернулся от Кришны, Бхагавана, они не заинтересованы в этом. Они думают, что все это бесполезно, что все это ерунда. Они совершают адхарму. Они не знают, что есть дхарма. Хотя, даже если они приходят на путь Гаудия Вайшнавизма, какие концепции они имеют о дхарме, что они понимают? Понимают ли они что-то? Они не понимают дхарму. Они делают то, что они хотят. Они вовлечены в адхарму, в то, что не предписано шастрами.
Это греховная деятельность. Те, кто вовлечены в грехи, несчастливы. Они могут говорить, что мы счастливы, но в действительности это не так. Ананда, они не испытывают, не могут испытать ее. Если кто-то скажет, что какой-то разбойник может убить человека, а затем напиться, отправиться к проституткам и наслаждаться этим, но в действительности в сердце его очень полно страданий. Если ты причиняешь страдания другим, ты не можешь ожидать ананды в твоем сердце, никакого счастья не будет. Материальная ананда очень коротка, то есть имеется в виду, материальное счастье длится недолго. Ты можешь отправиться куда-то понаслаждаться, но после этого ты будешь плакать, рыдать. Да, есть наслаждения какого-то рода, но они очень короткие в этом материальном мире. Поэтому мы не можем ожидать ананду после того, как мы причиняем боль другим. Не можем ожидать счастья. Счастье пребывает у лотосных стоп Шри Кришны. Если вы не находитесь в связи с Кришной, с Гаурангой, Нитянандой, вы не можете обрести счастье. Это невозможно. Посланники Верховного Господа путешествуют по этому миру в поисках плачущих людей, падших душ, которые страдают. У них нет никаких личных интересов в этом, но они проповедуют, они путешествуют по этому миру. И мы можем применить это, сказать это только лишь о мягкосердечных вайшнавах, которые постоянно плачут по обусловленным душам. Я уже говорил о том, что проповедь не означает постройка тысяч храмов. Вы можете все это сделать, а потом начать критиковать своего гуру, начать плохо думать о гуру и в конце концов, в общем, вы потеряете все. Если не будет гуру Крипы, если вайшнава Крипа не будет сопутствовать вам, что останется с вами? Если милость Шри Гуру уйдет, что и милость вайшнава уйдет, что останется? Деньги, положение, что же я буду делать с этим? На что это мне? Для того, чтобы освободить обусловленные души из их плачевной ситуации, Гуру и Вайшнавы, Анантадев, Нитьянанда, Баларам приходят сюда. Поэтому я уже сказал, что для джив невозможно прийти в контакт с Анантадевом, но есть процесс. С помощью гуру и вайшнавов мы можем очень легко войти в контакт с Анантадевом, в связь с Анантадевом. И когда это произойдет, мы можем пригласить Джаганната Дева Шьямасундара, источник всех рас, расовай саха, в наше сердце, и тогда он придет
И тогда мы сможем совершать баджан для того, чтобы доставить ему удовлетворение. Потом мы можем подумать о Рупануга баджане. Большинство людей привлечены Нарайной. Как в разговорах с Венката Бхатой, в Шрирангами Махапрабху. В Бхакти Расамрита Синду сказано, Рупа Госвами Пад приводит пример, что согласно Сиддханте, нет разницы между Нарайной и Кришной. Мы знаем это очень хорошо. Тем не менее, в соответствии с Расататвой, есть много разницы. То есть есть большая разница, прошу прощения. Колоссальная разница, настолько большая, что мы даже не можем делать никаких сравнений. Мы должны понять Кришна-таттву. Прежде всего, осознать Гуру-таттву. Кришна-таттву. Затем понять Рада-таттву. Как мы уже рассказывали, говорили о Рада-таттве, мы, хотя это невозможно прославить ее, но мы говорим о ней, стараемся изо всех сил. Если мы познаем Кришна-сварупу, автоматически мы будем испытывать влечение к ней, к нему. Затем мы можем делать подобающий баджан, совершать настоящий баджан. В соответствии с вашей бхавой мы можем получить результаты в соответствии с совершаемым баджаном. В Нарада Панчаратре сказано, что в соответствии с драгоценным камнем, с его цветом, с его качеством, вокруг будет отражаться цвет. Голубой или желтый, может быть зеленый. Все в соответствии с цветом камня драгоценного. То есть, если вы поставите что-то перед камнем, это примет цвет камня, драгоценного камня. Несмотря на то, что цвет может быть без другим у этого предмета, может он быть бесцветным, но из-за того, что его помещают рядом с драгоценным камнем, под влиянием
камня, он принимает его краску, этот предмет. В Панчаратре сказано, meditation automatically, you know, try to understand what they mean to say. Bhajan is there, mean if actual bhajan, meditation must be there. Если баджан настоящий, должна быть настоящая медитация. Я сейчас не говорю о том, что нужно отправиться в уединенное место и начать медитировать. Имеется в виду, медитация – то, что мы постоянно думаем. Есть три объекта медитации, главных. Первый объект вашей медитации, второй – как вы совершаете ее, и третий – кто совершает эту медитацию, то есть три эти фактора вовлечены в сам процесс. Таким образом, преданные в соответствии со своей концентрацией, настроением, любят Господа. В Бхагавад-гите Господь дает наставление. Во Вриндаван-дхаме оно самое возвышенное, мы не можем ни с чем сравнить, и это шлока, который только что Махарадж произнес, она полностью раскрыта во Вриндаване. Санатана Госвами приводит множество примеров, показать нам бесконечное количество преданных в бесконечных мирах, которые совершают баджан. А Кришна вступает с ними в взаимоотношения в соответствии с их бхавой. Шримад Бхагаватам сказано, в Бхагаватам сказано, гопи, браджа гопи, благодаря их святой каме они достигли успеха. То есть это не кама, это звучит, это слово кама, но в действительности это не кама. Выглядит как кама, но в действительности это совершенно не кама, это према. Бхагаватам сказано, несмотря на то, что внешне может выглядеть, что это схоже, ну, та же самая кама, но это совершенно не одно и то же. Это совершенно разные вещи. Мы даже сравнить не можем это. Невозможно сравнить два эти понятия. Как же они обрели свои ситхи благодаря колоссальной каме, премиям? Камса из-за своего страха, что Кришна меня, накажут, что меня убьют. Он постоянно боялся этого. Из-за своего Ашишапала, из-за своей враждебности и многие другие демоны. Джарасанда. Шишапала, начиная с детства, с рождения, как только он начал говорить «папа, мама», с этого момента он начал критиковать Кришну. Он был рожден для того, чтобы оскорблять Кришну, чинить ему проблемы.
Но Кришна Пракрита Васта, если вы его оскорбите, оскорбление не коснутся Кришны. Если вы Вайшнава оскорбите, как это может на них подействовать? Они апракрита, они за пределами влияния этих трех гун материальной природы. Если вы оскорбите Вайшнава, вы сами получите наказание за это, сами получите результаты, но Вайшнава ничего не почувствует. Они никогда не испытывают никаких проблем, не переживают никаких проблем. Их вайрагия, их могущество. Или иногда они показывают, являют лилы болезни, игры болезни. Внешне вы можете обнаружить, что они якобы страдают, но на самом деле все для них это наслаждение. Они, им все это нравится. Все, что Кришна устраивает в их жизни, они принимают с счастьем. Мадхавендра Пурипат болел. Лилу болезни являл. Ну и что же ему от этого было? Абсолютно ничего. То есть вайшнавы, они никогда не испытывают страданий от этой материи. И Махапрабху учит нас тому же, когда Санатана Госвами был болен. Болезнь, которая, в общем, кровь, в общем, раны были по всему телу, и кровь текла из этих ран, но Махапрабху обнял его. Прабху говорит, что тело Вайшнава не материально, не пракрита, только выглядит как пракрита, как материальное. Я знаю, что вы не можете это понять. Я очень хорошо понимаю это. Поэтому большая проблема, если вы видите какие-то недостатки в гуру и вайшнавах, находясь непосредственно с ними, вы можете пасть. Много недостатков вы можете найти, но Махапрабху говорит, что это их тело апракрита, трансцендентное. Итак, вот ваши перечисленные персонажи. Они были родственниками с Кришной, те, кто критиковали Кришну. Нараджа Махарадж говорит Юдхиштхиру Махараджу. Ты хочешь обнять Кришну из-за любви? Нараджа Махарадж говорит из-за бхакти. Мы выражаем нашу бхаву в соответствии с бхавой. Они получают результаты. Это очень замечательная шлока. Нараджа Махарадж говорит, что в этом материальном мире Юдхиштхира Махарадж, ты настолько удачлив, настолько удачлив. Если вы будете медитировать тысячи лет, вы не достигнете этого, но они пришли во дворец Юдхиштхира Махараджа. Почему это произошло?
потому что там три дворца, Парампара Акхилешвар, Шри Кришна. Очень прекрасные стихи, вы должны запомнить это и плакать от любви. Нараджи Махарадж говорит Юдхиштхир Махараджу. Бхагаван подобно живому существу, обычному человеку, находится со своими преданными. Таким образом, Муни Риши могут очистить целый мир. Их даршан невероятно дурлаб, невероятно редок. Тем не менее, они приходят даже без приглашения. Давайте-ка пойдем к Юдхиштхир Махараджу. Сам Господь, Парампара Акхилешвар, в форме человека предстает перед Юдхиштхир Махараджем. Любящий Верховный Господь, тот, кто является источником всех рас. Когда Чайтанья Махапрабху родился, все полубоги, Риши, Муни, все помчались туда, чтобы увидеть лотосные стопы Гора Хари, Нимая, Чайтанья Махапрабху. Шачимата думала, кто тут? Иногда она говорила, я что-то слышу, но ничего не вижу. Иногда я что-то вижу, и потом это пропадает видение. Тут столько духов тут похоже, но вроде бы никого нет. Я думаю, что наверняка духи тут завелись. Так говорила, размышляла Шачимата. Все Риши Муни хотят обрести лотосные стопы Господа, Верховного Господа. Таким образом, мы понимаем, что в соответствии с нашей Бхавой мы получим то, что ищем. Я говорил о различных подразделениях, разделениях. Радхарани, центральная точка Расалила. Если нет Расалилы, нет. Если нет Радхи, нет Расалилы. Эти стихи невозможно перевести на английский, но тем не менее я стараюсь перевести. Бесконечное количество качеств присутствующей Матери Радхарани, но несколько из них я перечислю. Вчера я говорил о том, что после того, как вы начнете совершать баджан совершенно, я говорю о Рупануга Баджане, в особенности. В таком случае вы родитесь в Браджадхаме. Потом получите общение преданных, которые там присутствуют. Когда бы Кришна не начал проявлять свои лилы в разных частях Браманды, Бриндаван, Ямуна, Говардхан, все параферналии приходят вместе с ним, чтобы содействовать ему в этих лилах. You have to take birth in Vrindavan.
Если вы не родитесь в Браджадхаме из лона Браджа-гопи, в таком случае вы не сможете понять эти лилы, осознать, наверное, эти лилы. Лаканат Гасай, все перечисленные личности, все они там присутствуют. Лаканат Наратам Манджалали Манджари Лаканат Дас Гасами. Народ, они вечные спутники и приходят в форме, как, например, Рупа Госвами Пад, принимают участие в Лила Гауранге. Они сада ситхи. Простите, они... Не родившись в лоне матери, в лоне Браджа-гопи, вы не сможете осознать, кто вы есть на самом деле. Сын Лалиты Говардхан. То есть целая семья. Ваша одежда, как вы одеваетесь, ваше, как вы выглядите, какое ваше служение. Все 11 различных качеств, имеется в виду идентификации, вы должны осознать. Вы должны осознать, если ваш баджан совершенен, автоматически вы получите открытие этого. Это не будет подобно сахаджиям, которые продают сиддхасварупу. Якобы Харинама Чинтамани настолько важная книга, если кто-то будет игнорировать ее, он просто слепец, у него не будет зрения духовного. Там все описано, как совершать харинам в деталях, как совершать баджан. 11 своих идентификаций вы должны открыть. Каковы ваши взаимоотношения с отцом, с матерью, со всеми родственниками, с другими жителями? Какая у вас деревня? Как Наротам Дас Такур? Пишет в своем киртане: я могу родиться, я рожусь в Вришабханапуре, на Варшане. Вришабханапур — это значит Варшана. Затем в Явате я выйду замуж. Отец мой выдаст меня замуж в Явате. Так Наротам Дас Такур очень ясно дает нам понять, как мы можем совершать подобающий, правильный баджан, и что за этим последует. Затем вы должны, то есть вы должны знать ваше имя, рупу, группа, в которой вы находитесь, одежда, ваши обязанности, дом, где вы живете, какое особое служение вы выполняете. Каждая слуга, служащая Кришне, в различной сварупе, бесконечное количество гопи присутствует там, и каждая из них обладает своей уникальностью. Каждая из них особенно.
Затем Пали Адасибха. Я нахожусь под руководством Лалиты. Как Бхактина Такур наш говорит, вы должны углубиться в этих чувствах. Не так, что вы просто услышали и дальше пошли жить, как обычно. Нет, вы должны быть очень внимательны. Бхактинот Такур пишет, сам Бхактинот Такур это Камала Манджари. И он также обладает сварупой в Гора Лиле. Он Камала Манджари. И таким образом он пишет в Киртане, что я бесполезная служанка, бесполезная кинкари. И все время он хочет, то есть он думает о себе, как обитателе Сананда Сукхада Кунджи. Он думает, что, то есть он чувствует, как он находится там. Сананда Сукхада Кундж — это Кунджа Кутир Лалиты Сакхи. Прабхупад был очень заинтересован. Он очень, наверное, жаждал знать это. Нет, простите. Прабхупад очень хотел рассказать нам об этом, но мы не заинтересованы в этом. Он говорит, что та причина, по которой я пришел сюда, я не смог выполнить этот долг. Не смог выполнить то, что, ради чего я пришел, потому что не было подобающей обстановки, в которой я мог бы раскрыть все то, что я принес. Потому что не было подобающих кандидатов для получения этого знания. Он очень хотел рассказать об этом, но не так, как это делают сахаджии. Шрила Бханудева Госвами Махарадж, вся наша Гуру Варга говорили, что Прабхупад дал мне Он сказал, что ну, необходимо необходимо установить все, то есть на Радакунде находятся различные кунджи, лалиты и так далее, в разных уголках Радакунды необходимо их установить и всем явить этому миру, явить. Прабхупад был очень счастлив, когда это... То есть Прабхупад дал мне наставление, говорил Махарадж, и Шипад Бана Госвами Махарадж. Он дал мне наставление, чтобы я это сделала, а затем, когда это было выполнено, он был очень счастлив, как что в разных уголках Радаконды различные кутиры. И Кришна время от времени приходит туда и совершает сладостные игры там. Я материалист, как я могу говорить об этом? Это в действительности невозможно. Пали Дасибхав означает, что я под руководством Лалиты Сакхи. Я не отличен. Я имею в виду, что я не различен. Имею в виду, что мы не отдельно друг от друга. Я постоянно под контролем Лалиты Сакхи. Таким образом, хороший садак, который честен, заинтересован в баджане, не под руководством гуру-обманщика, он определенно испытает это настроение, почувствует его. Автоматически его анартхи уйдут. Харинам Прабху будет доволен им. Only we'll have to get it supported
И это возможно лишь при поддержке садгуру. Прабхупад говорит, что эта идентификация, отождествление придет автоматически в сердце, и возможно только при поддержке Шри Гуру, садгуру. Иногда бывает так, очень редко это происходит, как, например, в Джайвадхарме, в случае с Вайшнавадасом, внезапно, чудесным образом, он, Парамхамса Дас Бабаджи Махарадж, совершал харинам в своей кундже, в кутире. Внезапно он услышал: «О, Саки, Саки, ты должна сейчас сделать то-то. Посмотри, Бринда Деви говорит тебе, будь внимательна, осторожна». Бхактисиддханта Такур описывает это в Джайвадхарме. Иногда Шрила Гурудев, то есть благодаря своему баджану уникальному, он дает указания на это. Иногда. Но тут речь идет не о искусственных каких-то указаниях, имеется в виду чувствованиях. Вы должны быть очень внимательны, чтобы различать это. Вы не должны следовать процессу сахаджии. Сейчас я хочу ответить на вопрос, который я получил от вас. Когда садака обретет это отождествление, когда он или она должны будут оставить тело, дживатма выйдет из своего материального тела и в конце концов достигнет вечного служения, обретет его. И это называется вастусидхи. И в это время мы задаем вопрос: как же так, что дживатма оставляет тело, и после этого, когда Кришна явится, то есть это же сможет войти в Браджалилу. Но в действительности этот процесс не таков. Вишна Чакраварти Такур объясняет. Как я уже сказал, Кришна Лила постоянно происходит, продолжается в различных брамандах. Происходят различные лилы, игры. Когда вы оставите свое тело, Йога Майя перенесет вашу душу в лоно Браджа Деви, Браджа Гопи, и в любой из браманд вы сможете принять рождение в форме Гопи, в лоне Браджа Гопики. Поэтому нет вопроса о времени, о временных ограничениях, рамках. Когда вы оставите тело, вы обретете тело Браджа Гопи, и это обязанность йога майи устроить все это таким образом. Не родившись в Браджадхаме, как же вы обретете Самбанда Гьяну? Имеется в виду установленное отношение, что это мой отец, это моя мама, это сестра, это моя деревня, таков мой возраст. Наротам Такур дает нам лишь намеки на это, и мы должны быть очень внимательны по отношению к этому, чтобы понять это правильно под руководством Шри Гуру и Вайшнавов. Без этого наше понимание, наше чувство не увенчается успехом. Я могу рассказать о различных подразделениях чуть позже. Прана-саки, прия-саки, парампрешта-саки. Сколько разных групп саки присутствует там. Но прежде чем перейти к этому, в
Вчера мы не договорили о том, что пока различные стадии премы развиваются, начиная от Шрадхи, все это описано Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами Падом, и мы уже слышали. Что према выражается, проявляется в различных формах. Она превращается в снеха, мана, рага, бхава, махабхава. Мадхур раса, она не одна и та же. В Двараке Рукмини и Сатхапама также испытывают мадхур расу, мадхур прему. Но насколько далеко они могут в этом зайти, имеется в виду, как далеко они могут, им разрешено заходить в Браджа-гопики, в сравнении с Браджа-гопи, наверное. Баба и Махабава. Према выражается в различных формах: снеха, мана, праная, рага, анурага, бава, маха, бава. В отношении трансцендентных любовных лил с Кришной есть разные формы премы. Когда мы почувствуем, что Кришна наш муж, это не паракия, это свакия. Свакия означает, что какие-то ограничения присутствуют, и даже в этих узких рамках они любят Кришну. Когда Рагамарг, то есть гопики, они прерывают все правила и предписания. Поэтому я начал с шлоки Удава Махараджа. Удава Махарадж хотел стать пылинкой у лотосных стоп Браджа Гопи. Если я попрошу вас оставить ваш дом, вы скажете: «О, Махарадж, как это возможно?» А вайшнавы, если скажешь это им, они немедленно все оставят и пойдут, потому что они живут для служения. Поэтому Прабхупад был занят, ну, создал 64, установил 64 матха. И сейчас Удава Махарадж говорит, что в шастрах сказано, что муни и риши, это один из образцов, примеров. Не думайте, что муни и риши обусловленные души. Нет, не думайте так. Это муни и риши не могут. Просто это как бы приводится, как сказано в шастрах, что муни, даже для муни и риши очень сложно оставить свои связи с отцом, матерью, домом. Как возможно прервать эти взаимоотношения? Как бы там ни было, вы должны это прервать.
если вы сейчас не готовы это сделать, то это ваш выбор. Но когда вы придете, когда вам придется оставлять тело, вам придется все это оставить. Кто ваш сын, кто ваш муж, кто ваша жена. Если вы разумные, в любом случае мне придется, вы подумайте, что мне в любом случае придется это оставить, то зачем же мне не сделать это сейчас? Почему бы мне первым не оставить это, если это все равно оставит меня? Он человек, который победит свою... То есть после того, как человек провалил свое человеческое рождение, невозможно уже потом что-то исправить, имеется в виду, после того, как тело уже оставлено. Тот успешен, кто принял устойчивое состояние, чей ум принес никаких, не испытывает волнений, чей ум спокоен, тот превзошел влияние трех гун материальной природы, и жизнь того увенчалась успехом. А вы думаете, что вы оставите тело, и потом вот успех к вам придет, имеется в виду, победа придет. Нет, вы в этой жизни должны все это сделать. Вы должны обрести этот успех, имеется в виду, не тратьте свое время, ни секунды. Постоянно старайтесь вновь и вновь прекратить отношения с этим материальным миром. Если вы не готовы сейчас оставить свою семью, свои отношения, вы можете пребывать в этом. Но имеется в виду, так же, как Шринивасачарья, как Бхактивинода Такур являют нам примеры. Если вы будете развивать сильные отношения, тесные, глубокие отношения с членами своей семьи, это препятствие. Настоящие отношения лишь с Гуру и Вайшнавами, они выражают, вы столько любви можете почувствовать от них. Вы можете находиться за миллионы километров, но вы будете испытывать их любовь очень легко. Это бесконечная, колоссальная привязанность их. Постарайтесь понять это. В соответствии с этим вы должны будете изменить свое настроение. Мадхурураса, как я уже говорил, делится на различные подразделения: свакия, паракия и также различные, то есть различная градация премы. Мадхура Баба принимается как высочайшее проявление премы в обители духовной духовности. Шрила Рупа Госвами Пад говорит об этом аспекте премы как выражение различных граней Мадхура Бавы, проявляющиеся в... То есть как от премы до Мадхура Бавы это доходит. В различных... Повсюду... То есть есть в Уджвалани Ламани и так далее. Это описано в деталях, но сейчас в данный момент нам запрещено читать это в соответствии с степенью нашего развития мы можем. Читать, наверное. Верховный наслаждающийся. И
любовная наука находит свое высочайшее выражение в Мадхура Бхаве. Это называется Мадхура Рати. Даже во Вриндаване есть разные бхавы. Постепенно вы должны понять это. Вчера я сказал, что рати, выраженная теми, кто любит Кришну, садарани рати, самартха рати. Садарани рати — это обычная рати. Саманджаси рати, садарани рати. Садарани рати — это обычная рати. Садарани рати — пример этому. То есть это вечное чувство, эмоции стайбав. Она стайбава, когда она еще не достигла своей глубины. И обычно возникает эта рати, когда Кришна предстает перед преданным. Например, Кубджа обладала садарани рати. Когда Кришна? Когда она увидела прекрасную, очаровательную фигуру Кришны, она захотела вступить с ним в отношения. То есть это до премы. Кубджа испытывала влечение к Кришне. В это время Кришна был занят тем, что шел на встречу, на собрание, поэтому он не смог исполнить ее желание. Затем саманджаса рати — это очень редкая рати. Невероятно редко. Саманджаса рати глубоко. То есть это Джамбавати, Рукмини, те, кто в настроении, в супружеских отношениях с Господом. Она просыпается в сердце от слушания, от слушания Кришне. Когда Рукмини слушала от Нарада Махараджа о красоте Кришне, о превосходных качествах Кришны, Рукмини написала письмо Кришне и сказала в нем: «Я не могу думать ни о ком, кроме тебя, потому что я слышала о тебе так много.
так много замечательных вещей, и я могу, то есть, выйти замуж только за тебя, пожалуйста, женись на мне. То есть она составила это замечательное письмо и послала Кришне через Брамана, вместе с Брамманом. Таков пример Саманджасарати. Затем Самартхарати. Она очень могущественна. Кришна испытывает. То есть это рати возможно лишь, доступна лишь Гопи Браджа. Никто больше не может испытывать его. Она недоступна нигде больше. Как пример с Кастуба Мани. Нигде больше не найти пример этому. Он доступен, имеется в виду камень Кастубха, наверное. Он доступ, то есть он только лишь на груди Кришны. Больше нигде в этом мире не найти его. Это невероятно редкий камень. Не то что редкий, его нигде больше не найти. Он лишь находится на груди Кришны. Точно так же Самартхарати доступна лишь во Вриндаване. И нигде больше. Точно так же, как камень Каустубха, находится, можно найти только лишь на груди Кришны. Точно так же этот вид рати, Самартхарати, возможен лишь в случае с Браджа Гопи внутри Вриндавана. Во Вриндаване. Уджвала, их неописуемое качество. Мы говорим Уджешвари врата, то есть сияние, яркое сияние, как в Читанчаритамрите приводится пример, когда вы хотите купить 100% чистое золото, вряд ли у вас это получится, это невозможно. Невозможно найти чистое золото, потому что когда золото, возможно, то есть для этого необходимо золото пережигать. Чем больше его жгут, тем чище оно становится. И после этого оно становится, принимает уникальную форму чистого золота. То есть просто чистое золото невозможно найти. Только после того, как оно будет обожжено, оно будет чистым. Но это очень редко. То есть такое золото редко. Точно так же непостижимые качества. Уннато Уджвала. То есть это называется на санскрите Уннато Уджвала. То есть первые два вида рати, Садхарани рата и Саманджаси сарати, вы можете найти, оно встречается, но третий вид рати сводит с ума Кришну, его не найти больше нигде, кроме как в сердцах гопи. Кришна не может устоять, Кришна становится безумным от любви гопи, как олени. Привлечены запахом, исходящим от Кришны, Кастури, и они как безумные бегут на этот запах, но они не понимают причину, они не понимают, почему они бегут. Поэтому из-за Самартхарати Кришна сходит с ума. Царицы Двараки, их према может достичь Анураги. They can reach up to Anuraga, not after that they cannot, you know.
Но дальше они не могут пойти. Только до Анураги. Таков их лимит. Но во Вриндаване нет никаких границ. Их любовь возрастает, возрастает, возрастает. Снехаман, Праная, Рага, Анурага, Бава, Маха Бава. Начиная со Снехи, Снеха также может быть разделена на две части. Имеется в виду Снеха во Вриндаване. Есть Грита. Как первый вид это очищенное, сравнится с очищенным маслом. Подобно, оно сладко. А второе это что-то сладкое, как мед. В чем же разница? Первый вид Снехи, Грита, очищенное масло, оно очень хорошо. Очень ценно, но если вы будете вкушать одно ги, вам не особо вкусно будет, никакого вкуса вы не почувствуете. Если же ги с чем-то смешано, тогда вы почувствуете вкус. Само по себе ги не особо вкусно. Если же вы смешаете его с чем-то, это становится вкусным. А мадху, мед, сам по себе вкусен. Таким образом, грита снега когда снега становится возрастает, то есть она бесконечно возрастает. Этот вид снехи доступен лишь в Чандравали. Она чувствует, что я принадлежу Кришне. Но Радхарани говорит, что Кришна мой, Кришна принадлежит мне. Чандравали думает, я Кришна, принадлежу Кришне. Радхарани же говорит, Кришна мой, Кришна. В этом разница их бхав. И точно так же, мед не нужно ни с чем смешивать. Он сам по себе вкусен. То есть второй вид принадлежит Радхарани, а первый вид — это Ачандравали. Мадхура раса, мадхура према также делится на несколько частей. Сейчас я на несколько видов. Сейчас я объясню разные качества. Прежде всего, Радхарани обладает пятью именами. Прежде всего, Радхарани, но также она наделена еще пятью именами. Первое Радхарани, затем Говинда Нандини. Та, кто приносит удовольствие Говинде. Говинда Мохини, та, что очаровывает Говинду. Говинда Сарвасия, кто является единственным достоянием Шри Кришны. Все, что есть у Кришны, это лотосные стопы Радхарани, поэтому... Другое, еще одно из имен Радхарани, Говинда Сарвасия, затем Канта Ширамани. Та, что обменивается Паракея Бхавой с Кришной.
взаимообмен происходит между ними. Также я стесняюсь говорить о следующем, несмотря на то, что... В общем, Радхарани обладает 25 также качествами, выдающимися. Первое — это она очень сладка. Второе — она юна. Прекрасный юный... То есть она юна, ее возраст — это юность. Глаза ее постоянно чанчал, беспокойные. Потому что внутри ее апракрита кама. Трансцендентная кама. Когда юная девушка и юный молодой человек влюбляются друг в друга, они постоянно ищут друг друга глазами. Это все описано Рупой Госвами. Затем она постоянно улыбающаяся, постоянно улыбается в хорошем настроении. А также Сундари Саубагья в соответствии с астрологией, ее стопы, ладони, лоб украшены знаками удачи, потому что Радхарани Кришна принадлежит ей. Кто же может быть более удачливым в этом мире? Много-много киртанов в Браджадхаме, Браджаваси воспевают различные киртаны, но Сухаджи не нужно путать, что... То есть все знаки на ее стопах и ладонях указывают на невероятную удачу. Затем запах ее тела сводит Кришну с ума. Кришна становится как опьяненный слон. То, как она поет, она полностью владеет наукой, искусством пения, искусно в пении, искусно в... пении. В Радхарани Сарасвати, Лакшми приняли прибежище. То есть они покоятся у ее лотосных стоп. Соответственно, они наделяют ее всеми умениями. А трансцендентная Сарасвати. То есть они не сходят из сияния кончиков пальцев Радхарани. Она поет поразительно. И это очаровывает сердце Кришны. Она пандит, то есть имеется в виду, как она умеет шутить. Это еще одно из видов искусств, умение шутить. Как шутить? Винита, она всегда смиренна. В Анугате Радхарани. Естественно, то есть ей присуще настроение смирения, Тринада Писаничина.
она источник всех, всего смирения. И затем Каруна Пурна, она милостива. И что же за милость она распространяет? Она оказывает милость Кришне. Что говорить о нас? Она даже к Кришне милостива, что говорить о нас? То есть она Каруна Пурна, полна милости. 12-е, она очень умна. Умна не так, как мы. Это как мы, как вороны и волки. Она знает, как, когда и где, как служить, то есть как исполнять служение. Не думайте, что тут идет речь о таком уме, который ради своей собственной корысти используется, как Махарадж сравнивает, как волки и обезьяны. Обезьяны тоже очень умные, смекалистые. Тут речь идет о том знании, которое помогает исполнять служение совершенным образом, когда и какое служение нужно исполнять. Ишна Чакраварти Такур в Гуру Ваштаке также указывает на это. Очень-очень умна. Она знает, где и когда какое служение должно быть исполнено так, чтобы оно принесло полное удовлетворение Кришне, удовольствие Кришне. Затем 13-е. Патваннита. Как я слышал от Гуру Махараджа, это означает прекрасное искусство. Она знает, как... То есть она очень хорошо умеет, наверное, рисовать, знает, как все украшать. Затем следующее, она светится, сияет. Ладжа. В материальном мире мы... Это имеется в виду привлекающая красота женщин. То есть тут не, речь не идет о материальной красоте женщин, но там говорится о трансцендентной красоте. То, что светится. То есть Радхарани светится красотой, наверное, которая привлекает Кришну, и это сложно понять. Когда Кришна со своей и его спутники ловят браджа-гопики, Радхарани, Лалиту Вишакху на Гавардхане, на холме Гавардхана, Ганхати. И говорят им: «Эй, вы должны налоги заплатить». Какие еще налоги? Вы должны заплатить налоги, в противном случае мы вам не позволим войти, пройти. Платите налоги. Когда это тут налоги были введены, сказала Радхарани. А Кришна говорит: «Нет, вы должны заплатить налоги». И Кришна говорит, это говорится, что когда Кришна являет эту лилу, когда он хочет ее задержать. То есть Махарадж говорит, что мое сердце плавится, когда я об этом говорю, но нужно... Нужно очень быть осторожными, чтобы это понять. К...
Кришна, то есть Радхарани вот эту бхаву свою являет, а Кришна, сердце его плавится также. Сердце его плавится. И никакая философия, никакие слова не могут описать это настроение, этот момент. Таким образом, я стараюсь из всех сил, постарался объяснить. Дарья Юкта, то есть она полна смирения. В Кришна Баджане, если вы потеряете терпение, потеряете все. Нарада Такура писал в своих киртанах все. Гуру Кишордас, Бабаджи Махарадж, Прартхану читал, наверное, Шрила Нароттам Дас Такура, и мы можем следовать ему, и тогда мы... там все описано в его книгах. Для того, чтобы... Там пишет он, для того, чтобы обрести Кришна Прему, необходимо быть полным смирением, терпение. Необходимо ждать с терпением, чтобы обрести прему. Что вам для этого нужно? Деньги какие-то, состояния? Нет, только терпение. Очень ясно это об этом говорит Нароттам Такур, но кто сейчас заинтересован в том, чтобы понять это? Он говорит, что нужно ждать Кришна-севу со смирением, с терпением. И гамбир означает серьезность, глубина. Радхарани — это гуру. И гуру-дев полон этой серьезности, тяжести, глубины. Потому что Радхарани является формой гуру. Она очень артистична в своих играх с Кришной. Сувилас Юкта, она приносит Кришне величайшее удовлетворение. Он испытывает удовлетворение от общения с Радхарани, и это удовлетворение невозможно достигнуть никаким другим образом для Кришны. Как я уже говорил, однажды служанка Чандравали, Шайбья, или кто-то еще, она отправилась к Радхарани и сказала ей, нет, она пошла к Радхарани, чтобы разузнать, как там все обстоит, обстановка. И она возвращается и говорит: «О, Чандравали, отличные новости, Радхарани умирает. Скоро умрет. У тебя все будет, тогда ты займешь его положение, и все будет здорово». И Чандравали разозлилась. Это что, хорошие новости, по-твоему? У нас вообще есть какая-то возможность общения с Кришной только потому, что Радхарани есть. Не будет Радхарани, мы не сможем с ним встречаться даже. Ты глупая. Если Радхарани умрет, все закончится. По-твоему, это хорошие новости? Глупая. И
Таким образом, есть две группы, то есть два подразделения, и все хотят служить Кришне, то есть настолько хорошо, насколько они могут, как самым лучшим образом, доступным им. Мы хотим служить Кришне под руководством Радхарани. Анукуля — это Радхарани. Об этом говорит Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж также. Мы не можем сами удовлетворить Кришну. То есть она очень артистично знает с точностью, как порадовать Кришну. Затем, 19-е, она обладает высочайшей Уджвала Бхавой, она Урджешвари. Маха Бхавой она обладает. И все проявления премы присутствуют во Вриндаване. Это место, где пребывает вся према. Кришна — источник премы. А Радхарани, источник этой премы. Если есть Радхарани, то рынок полон премы. Сама по себе Радхарани — это полноценный рынок. Как я слышал у, от западных людей, если вам придете за... в магазин придете за кунжутными семенами, а можете там купить хоть слона, хоть компьютер по пути. То есть Радхарани — это полноценный супермаркет, полноценный рынок, где показывается вся према Гокулы. Бесконечная Ашрая Татва пребывает в Радхарани. Вся наша Гуру Варга — это Ашрая Татва. И, но Радхарани возглавляет это во всем бесконечном мире. Если вы будете искать представителя Ашрая Татвы, Радхарани занимает превосходное положение, высочайшее положение. Она — гуру. Она выражает привязанность к Кришне, как я уже говорил, Снеха. Гуру Снеха. Мадху Снеха. А, прошу прощения, Мадху Снеха и первый. Неправильно сказала. Кришна... То есть, если у нас печень не работает должным образом, мы не можем переварить. И все гуру, все могущество изначально нисходит из Радхарани. Как привязанность.
которую пока являет гуру, Кришна совершает много ошибок. Он совершает много ошибок. Но я говорю сейчас о трансцендентных ошибках. Вы подумайте, Махарадж, что вы говорите? Кришна совершает ошибки. Да, Кришна совершает трансцендентные ошибки. Как он провел ночь в Кунджа Чандравали, и Радхарани проплакала всю ночь. В конце концов, когда Кришна пришел, Радхарани сказала: «Выбросьте его отсюда, я не хочу смотреть его, я даже лица его видеть не хочу». Почему она сказала так? Потому что, обладая слишком глубокой привязанностью. Кришна пытается оправдываться. На самом деле, Шабья, Чандравали, они пригласили меня, они устроили Кали-пуджу. Мне пришлось туда пойти, я туда пошел, меня пригласили. И она говорит: «О, поэтому ты выглядишь как Бхадра Кали. Лолита, Лолита, выгони его отсюда, выкини его отсюда». Это она говорит из-за своей глубочайшей привязанности. Зачем ты ходил туда? Зачем ты потратил свое время? И сейчас тебе больно от этого, и ты вернулся. Так много-много вещей, которых я не могу сейчас говорить в деталях. Это будет очень замечательно, когда вы дойдете, дорастете до этого. Вы замечательно это обсуждать, но сейчас Прабхупад, если буду, пойду дальше, то Прабхупад разгневается на меня. Затем 23-е. Радхарани показывает выражает глубокую любовь к своим сакхи. То есть Лалита и Вишака очень любят ее. И затем следующее. В этом бесконечном мире нет такой девушки, такой Рамани, которая может быть сравнима с Радхарани, потому что она несравненна. В этом материальном мире можно найти много Рамани. Но они молятся о том, чтобы обрести удачу Радхарани. Настолько она удачлива. Никакая девушка, никакая шакти, никто не может быть сравним с Радхарани. Радхарани получает, обладает полным контролем над Кришной. Рупа Госвами описывает это. Кришна подобен сумасшедшему слону. Это так, что никто не может контролировать его. Он просто обезумел. И только Радхарани может контролировать его. Он как сумасшедший слон. Только Радхарани может заковать его в цепи, связать его. Не входите в замешательство от этого. Я на самом деле не хочу все эти секретные вещи обсуждать. Но если бы этого не коснулся, то то обсуждение Рамананда Самбхавы не было бы полноценным. В Чайтанья Чаритамрите сказано:
Prem, Kam, Prem, Bahut Anta. Hello, there is Kam and Prem totally, Кама и према полностью противоположные вещи. Мы никогда не можем их сравнить. Как возможно сравнить каму и прему? Мы не можем их сравнить. А также поведение Радхарани, любовное поведение Радхарани нельзя сравнить ни с чем. Когда я начну об этом говорить, вы сразу же в уме у вас возникают материальные представления, вы какие-то, то есть опираясь на этот материальный мир, на опыт этого материального мира, пытаетесь сравнить. И читание Махапрабху дает нам это, чтобы мы обрели ясное понимание, чтобы... То есть, прежде всего, нам нужно понять настроение читания Махапрабху. Если мы будем следовать читанию Махапрабху, не будет никаких ошибок нами допущено. Если вы если брамачари и саньяси обладают настроением наслаждения, они не должны общаться с матаджи, с женщинами. Махапрабху говорит, я саньяси. Если я увижу статую деревянную статую женщины, если я увижу статую прекрасной женщины, сделанной из дерева, говорит Махапрабху, то от этого возникнет беспокойство в уме. Даже Муни и Риши под влиянием материи, то есть имеется в виду камы, то кто же я такой, говорит Махапрабху. Можете провести эксперимент. Купить искусственную змею и забросить ее в комнату жены. Они побегут, закричат. Махапрабху тот же самый пример приводит. То есть сравнивают настоящую змею с ненастоящей, а женщину со статуей. Пока у вас есть желание материального характера, не нужно отправляться на проповедь. Вы будете там смотреть по сторонам, будете видеть, чем обладают грехастки, имеется в виду домохозяева, будете смотреть на женщин, будете видеть женщин повсюду. Если вы следуете читанию Махапрабху, я могу затрагивать темы, о которых я сегодня говорил, но иначе вы можете совершить ошибку и не сможете понять это правильно. Внешне это выглядит как кама, но будьте уверены, это према, а не кама. Это так сказано в шастрах. Это подобно каме. Не пытайтесь сравнить это
в своем оскверненном уме. Это очень опасно. Итак, вы можете увидеть, что Махапрабху дает прекрасные примеры, чтобы у нас не возникло никаких в уме замешательств. Кришнадас Госвами говорит, что кама слепа, грязна, она постоянно хочет наслаждений для самого себя, личного удовлетворения. Према же, подобно сияющему солнцу, никакие духи не могут находиться под солнечным светом. Кришнадас Кевираш Госвами приводит этот пример. Колоссальная разница между камой и премой. Даже не пытайтесь сравнить это. Нужно, как я говорю, если хотите понять Рай Рамананда Самбхат, необходимо понять Чайтанья Бхагавату и Чайтанья Чаритамриту, наверное, полностью, абсолютно. Чайтанья Бхагавату. И да, это из Чайтанья Чаритамриты, но что я хочу сказать. Вы должны понять учение Махапрабху по милости Гуру Варги. Здесь описаны очень секретные вещи. Когда вы достигнете, когда вы... Когда вы преследуете лишь одну цель, достать удовлетворение Шри Кришне, это называется премой. Когда же вы думаете, как удовлетворить себя, как жить получше, это кама. Кама может прийти разными путями. То есть, например, мне нравится учить санскрит. И это может быть камой. Это проявление камы. Мне нравится учить санскрит. То есть, например, кому-то нравится учить санскрит, а потом они падают. Это не значит, что вам не нужно его учить, но нужно поддерживать баланс. Если вы учите санскрит, то есть если ваше учение санскрита является частью бхакти, то это благоприятно. Суть в том, что вся моя деятельность должна быть для бхакти. Целый месяц я обсуждал секретные вещи, но суть вот в этом, что если это бхакти пратикул, если... Это неблагоприятно для бхакти. Например, материальные учителя вас чему-то учат, оскверняют вас, что если это не вайшнавы, делятся с вами своим опытом, это оскверняет вас. Я могу привести один пример. Однажды я всего один раз был в Ассаме всю свою жизнь. И там несколько классов дал в разных местах, это потому что это было наставление вайшнавов за все свое время. То есть у меня нет времени много путешествовать, но проповедовать. И один преданный один там, в общем, один преданный сказал, что Махарадж, я ваш севак,
Но я стесняюсь, что когда ты говоришь, на самом деле я его севак. Кто-то говорил моему гуру Падападме, когда тот был в возрасте, он спрашивал: «Махарадж, где все ваши севаки? Где ваш севак?» А он говорил, что он не севак. Он... Они как журавли, наверное, эти севаки. Я их... И я как бы думал так, что я их слуга, а они... То есть я им служу. И, в общем, с Махараджа послали... То есть Махарадж поехал в Ассам из одного места в другое. И в машине они поехали с тем так называемым севаком. Он сказал, что нужно... Захотел, в общем, закрыть окно, потому что водитель включил бы тогда кондиционер. Но Махарадж сказал, что этот человек оскверненный очень. То есть он водитель, он ест чеснок, лук, чеснок, и мы будем, получается, дышать одним воздухом без открытого окна. То есть суть в том, что этот так называемый севак... не думая ни о ком, только для себя, как бы, удобно хотел сделать. То есть, когда мы думаем о своем собственном интересе, для того, чтобы как бы нам было получше, это называется кама. Внешне сложно это понять. Невозможно понять, что это кама. Но на самом деле я думаю, о, это я прямо у меня? Нет, на самом деле это кама. То есть будьте внимательны. Таким образом, ваше изучение санскрита может быть служением. Потому что, то есть это может быть выполнение желания гуру и вайшнавов, потому что вы можете использовать это в служении для того же, чтобы свое желание исполнить, если вы учите, то это кама. Через, то есть с помощью, то есть Рай Рамананда Самвад, я попытался рассказать обо всем этом. Если вы расстроены, то мне тоже жаль. Гопики украшают себя косметика, красятся и так далее. Но и мы будем думать, а что плохого, если я тоже буду это делать? Но они на самом деле делают это для того, чтобы принести удовольствие Шри Кришне. Никакого даже запаха самонаслаждения от этого они не испытывают. Поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что это несравненно, точно так же, как золото и железо. Несравнимо. Шлока, с которой я начал сегодня. Удхава Махарадж плачет и молится лотосным стопам Верховного Господа. О, Прабху, я хочу обрести пылинку с лотосных стоп Праджа-гопики для того, чтобы украсить мою голову. Я буду очень удачлив, если я сделаю это, если я обрету это, потому что они бросили все, оставили все, семьи, мужей, отцов и матерей. Они отбросили все.
они могли бы хотя бы задуматься о том, о правилах и приличия в этом обществе, но они все это нарушили. Все предписания Веды, Веданты, все это они отбросили. Потому что главная цель Веды, Веданты — это обнять Кришну, поцеловать его. Тогда что же неправильного мы делаем? Никакой ошибки. Таким образом, они нарушили все правила. Давным-давно я уже говорил, что все правила и предписания... Сегодня мы уже не успеваем об этом поговорить, завтра я расскажу. Все правила и предписания, установленные в этом обществе в соответствии с Ведой Ведантой, они стали как просто препятствием на пути гопи, и они все это просто отбросили, перешагнули через это. И Прабхунанд Сарасвати Такур очень прекрасно говорит об этом. Когда все правила и предписания, установленные шастрами, становятся проблемой для меня из-за моей огромной любви, все это я нарушу. И в этом не будет никакого греха, никакой апаратхи. Но в отношении нас, меня и вас, мы должны быть под контролем, с ограничениями жить. Гуру и Вайшнавы под нашим контролем. Я не могу контролировать Вамшидас Бабджи Мухараджа. Я не могу сделать какие-то правила и предписания для Гуру Кишордас Бабджи Мухараджа. Не будьте глупыми. Не пытайтесь применить какие-то правила и предписания для Гуру Кишордас Бабджи Мухараджа. Каждый его движение, каждый вздох для удовольствия Шри Кришны. Кто вы такие, чтобы указывать ему, что есть правильно, а что нет? Таким образом, мы не можем применить правила и предписания по отношению к вайшнавам, гуру и вайшнавам. Мы не можем. Если я буду это делать, это будет, станет оскорблением. Они 24 часа в сутки заняты служением. Кто я такой, чтобы контролировать их? Завтра я могу об этом сказать глубже. Также я буду говорить о том, что Радхарани — проявление гуру, все распределения, подразделения служения, Асаки-манджари, о их различных видах служения. Сейчас я хочу закончить словами этой шлокой, о которой нужно думать вновь и вновь. Аса мохо чарнарену джуса мамсам Бриндаване кимапи гулмалатау садинам Джадустаджа саджанамаджа патанчитва Бхеджу мукунда падабим Срутивин бимиграм Ванча калпадарусике пасиндвевча Пачитананг пабанабхавишна бьё намо.